Понедельник. Верхом на Радио Украины по инициативе блока Петра Порошенко зарегистрирован проект «Признать деятельность правительства неудовлетворительной». Вторник. Под парламентом пикет с требованием отставки Кабмина. Премьер-министр Арсений Яценюк отчитывается за прошедший год. Большинство, 247 депутатов парламента, принимают решение. Кабмин с работой не справился. Мы отримали розграбовану країну з російською армією і російськими чоботами на українській території. Без армії, без грошей, без системи державного управління. Ми втримали цю Україну. І я прошу, щоб ви це поважали. Затем на голосование ставится вопрос о недоверии Кабинету министров. Решение не принято. Его поддерживают 194 народных депутата из 226 минимально необходимых. Депутат от Батьківщини Игорь Луценко уверяет, у него при голосовании не сработала кнопка. Глава партии «Украина вперед» Наталья Королевская тоже заявила, перепутала. Думала, за отставку Кабмина надо нажать кнопку «Против». Еще четыре народных избранника – Бандуров, Довгий, Немировский и Пономарев – попросили считать ошибочными результаты их голосования. Объяснили свой выход из зала и представители оппозиционного блока. То, что мы вышли из зала, это была наша осознанная позиция. Мы не хотим принимать участие в этих политических разборках внутри коалиции. Нет коалиции. Разделяйтесь, уходите, идите на новые выборы. В этот же день президент Петр Порошенко в обращении к украинскому народу призывает генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку. По словам главы государства, Генеральная прокуратура не смогла заручиться доверием общества. Также Порошенко намекает на отставку премьер-министра Арсения Яценюка, но в то же время заявляет, политики не имеют права допустить роспуск парламента. Я переконаний, що країна не має резерву часу, аби за неповні два роки вже вчетверте зануритися у виборчу кампанію. Та ще й в умовах зовнішньої агресії. Внутрішня політична війна всіх проти всіх – це мрія нашого північно-східного сусіда. Ось чому я взяв слово і висловив своє бачення виходу з кризи, щоб уникнути найгіршого сценарію. Розпуск Верховної Ради – не обов'язок, а лише право президента. І я ним скористуюся лише в крайньому випадку, якого ми просто не маємо права допустити. О выходе из коалиции сначала заявляет фракция Юлия Тимошенко, затем «Самопомощи». Визнати неможливим подальше перебування об'єднання «Самопоміч» в союзі з політичними силами, які стали учасниками олігархічного перевороту в парламенті, та припинити участь в парламентській коаліції. Президент кризиса не хочет, но конфликт будет развиваться, считает политолог Юлия Беденко. Коалиция продолжит критиковать Кабмин и раскачивать ситуацию, что может привести к перевыборам. У депутатов есть месяц, чтобы переформатировать большинство. Но, по мнению эксперта, коалиция стала неустойчивой, и голосовать ей будет сложно. Осложняет процесс и отсутствие внутреннего согласия между Верховной Радой и аппаратом президента. Правительство будет понимать, что оно является уже временным, заканчивать свой цикл. И мы видим, что, очевидно, все народные депутаты так или иначе собираются на выборы. И именно это голосование за недоверие Кабинету министров является как раз предвыборным шагом для того, чтобы заигрывать с населением. Но, тем не менее, недостаток политической ответственности не позволил депутатам взять на себя ее для того, чтобы сформировать новое правительство и переформатировать коалицию. Поставить вопрос о недоверии к Кабмину депутаты смогут только во время второй сессии. Она начнется в сентябре. Хотя в Раде зарегистрированы два проекта постановления о повторном голосовании за отставку правительства, непонятно на каком основании они могут быть приняты, поясняют эксперты. Политолог Владимир Никитин рассказывает, последние события приведут к тому, что украинское общество окончательно потеряет лимит доверия к власти. Конечно, оно будет, с одной стороны, сдвигаться в сторону скепсиса и радикализма, а с другой стороны, я тоже в скепсисе, я не верю, что при отсутствии независимых политических инструментов гражданского общества может привести к организованному протесту. То есть на кухне градус будет расти, форточку будем открывать, будем проветривать чаще. Но то, что это приведет к радикальному какому-то вот срыву ситуации, вот, который можно прогнозировать. Хотя, знаете, февральскую революцию 1917 года за 5 дней никто не прогнозировал.
В пятницу стало известно, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении. А тем временем усидевший в кресле глава правительства стал героем карикатур. И если будет принято решение, что эта команда должна быть изменена, мы пойдем все разом. Я такой жить не буду. Гулял вон, да гулял вон. Свой низкий рейтинг как политика Арсений Яценюк объясняет непопулярностью проводимых им реформ. Глава правительства заявил, теперь главное не допустить политической и финансовой дестабилизации в стране. Мы ожидаем пропозиций от наших политических партнеров. Мы проводим политические консультации, в том числе с радикальной партией Олега Ляшка, для того, чтобы переформатировать коалицию, оновить коалиционную угоду, доформировать склад Кабинета министров Украины и далее рухать в правильном направлении для страны. По закону парламенту дается месяц на переформатирование коалиции. Если народные депутаты не смогут работать, президент имеет право сменить депутатский корпус. Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов, «Объектив. Неделя».